Добрый день! Сегодня 26 февраля 2021 года. Я показываю наряд дня. Он у меня не домашний, наверное, все-таки мы его обзовем. Мы его назовем нарядным, несмотря на то, что пока у меня запланировано съездить только на почту, отправить девочке здесь у нас в Америке кальций. Если кому-то надо первый раз попробовать что-то, вы смело можете ко мне обращаться, я перешлю вам. Получится дешевле, чем вы просто делаете покупку из Юсаны, потому что у меня вот эти дополнительные скидочки. И если посылочка маленькая такая, то есть от меня будет дешевле, чем Юсана пошлет. У нас очень выросли цены на пересылки почтовые. Я когда в Юсану пришла, посылочка посылалась за 2,5, за 3,5 доллара, а сейчас меньше 7 ничего нету, а чаще и 10, и 12, и 13, всякое бывает. То есть почтовые накрутки — это тоже то, на что вы можете обращать внимание. Так что если хотите попробовать, я вам просто перешлю. Я вам просто перешлю, если небольшой заказ. Вот за этим я только выхожу. Но сейчас у меня будет разговор с Вероникой. Мы уже один опыт с ней такой провели. Мы сегодня, наверное, будем переводить наш разговор. А я решила нарядиться, потому что Вероника сама очень наряжается. Я думаю, ей бы уже бы надо было тоже начинать показывать наряд дня. Она писаная красавица, она всегда хорошо очень укладывает волосы. И она к наряду всегда добавляет какие-то меха. Многих русских это отпугивает, да. Но, видимо, привлекает американских мужчин. Ее слушают в основном мужчины. И я в прошлый раз не подумала про то, что буду очень бледненько смотреться. Не помню, во что я была одета, надо посмотреть. Очень бледненько буду смотреться. Во-первых, я по возрасту значительно старше, чем она. А во-вторых, ой, вот этот яркий наряд. Он свою роль тоже играет, поэтому я тоже решила поярче нарядиться. У меня есть вот такой блузон шикарный, вот с такими рукавищами. И я его надевала один единственный раз. И я даже помню, к кому на вечеринку я в нем ходила. А сегодня я решила надеть джинсы под него, а не какие-то блестящие брючки. А джинсы у меня вот такие расклешенные. Шикарно сидят, очень хорошо сидят, все плотненько. Они стретчевые такие джинсики хорошие. Но уже в тапочках выйти перед вами, в джинсиках широких, я не стала, потому как они так осядут, будут вот такими длинными. Поэтому надела синенькие башмачки. У меня есть такие, они типа с обоз сделаны, но вот здесь с резинкой, чтобы не спадало. Очень удобно. И я, у меня вот этот цвет еще, по-моему, какой-то есть. Или только один я взяла. Я потом очень пожалела, что я их взяла единственные. Потому что вот есть такая колодка, в которой ходишь, как в тапочках. Вот этот аромат у меня сегодня вот из этой коробочки пойдет. Бучерон он называется. Не знаю, как правильно произносить название французское. И мне его подарила Дианочка. Когда я ездила в гости, я и у нее тоже останавливалась. Она мне подарила вот такой шикарный флакон. И мне кажется, что я пользовалась-то всего единственный раз. И сегодня захотела. Раз уж я нарядная... Ой, вон сережки как раз тоже есть. Раз уж я нарядная... Ой, какой аромат. Ой, как мне нравится. Спасибо, дорогая. Она покупала себе, и у нее был второй флакон. Не знаю, для меня ли, говорит, что для меня. Я его попробовала и не смогла не забрать. Не смогла не забрать. Ой, как вкусно. Он похож на... арабские сладкие духи, я это тоже люблю, давно сама не покупала, спасибо, дорогая. И сейчас вот блеснули сережки, это мы с ней вместе покупали, мы когда там путешествовали по красивейшим местам вокруг нее, зашли в магазинчик, и мне захотелось купить, я показывала ему, она двойная сережечка, вот так вот это катается, моя качается по-другому. Ну, на моих волосах этой прелести все не видно, но мне захотелось надеть и сережки сегодня тоже. Причем духи я сначала выбрала, а потом сережки эти подошли. Хотела что-то вот такое вот блестящее, потому что горлышко-то у меня не глубоко открыто. И я надела вот такую маленькую. Фианитик или что-то там у меня есть, вот такой, не бриллиант. Ой, извините. Не бриллиантик. И хотела и на руку надеть такой же. У меня есть вот такой из фианитов браслетик.
Я его перевезла. Не знаю, куда прибрала. Почему-то в том ящике, куда я сложила все свои украшения, его там не оказалось. Поэтому я надела вот такой огромный браслет. Первый раз вообще надеваю, но у меня давно-давно лежит. Пусть сегодня блистает на мне. Сюда надела бабочку и от Лэри колечко. То есть мы яркая-яркая сегодня леди. Здесь у меня есть целый букет. Лето наступает, мне хочется яркости. Ну и любимые мои перышки. Перышки очень люблю. Часы на мне теперь уже все хорошие, все работают, все мне показывают. Единственное, что я еще сон не проверяла, какой у меня сон. Будто для меня это важно. Так, все, спасибо, мои дорогие, за то, что заходите и на этот канал тоже. С вами была Галина Смесь. Сегодня самый лучший день. Всего доброго, пока-пока.